Наступившему лету уже радуются ученики младших классов. У них каникулы, а вот выпускники сейчас проходят главные школьные испытания. 3 июня они сдают ЕГЭ по базовой математике. Это предмет обязательный, к нему готовились все 11-классники. Лилия Хамукова уверена в своих силах, но все равно не может унять волнение. Очень волнуюсь, надеюсь, что будет все хорошо. А какие ты уже предметы сдавала? Я сдала русский язык, химию. Вот это третий предмет будет. Как я понимаю, ты хочешь поступить на медицинский или? Да. А вот какое направление медицины тебе больше нравится? Лечебное дело. Кабинеты по спискам, на входе паспортный контроль, следят за всем. Говорят, никакие гаджеты пронести не получится. И списать невозможно. В каждом кабинете по 2 наблюдателя. Под потолком камеры видеонаблюдения, без присмотра не остается ни один уголок класса. Контроль хоть и строгий, но Бехрузбека Самандарова он не пугает. На русском больше волновался, чем на математике. Но это базовое. Думаю, все зайдем. Как ты думаешь, на какую оценку ты сдашь? Математику, думаю, уверенно на 4, но постараемся на 5. Как шла подготовка? Какие ты еще хочешь сдать предметы? На кого ты хочешь поступать? У меня история общества, это 6 и 9. Ну, подготовка, я готовился очень упорно. Ну, 2 года готовился упорно, думаю, что сдадим все. Кажется, что больше всего переживают не ребята, а их родители. Но, несмотря на волнение, каждый родитель старается по максимуму поддержать своего ученика. Конечно, я чувствую большое волнение, но я уверена в своем ребенке. Думаю, что все пройдет гладко, без всяких этих, и пишем на хороший результат. Экзамен по базовой математике длится 3 часа 55 минут. Практика показывает, что этого более чем достаточно, чтобы не спеша выполнить все задания. А впереди будущих студентов ждут экзамены по другим предметам – истории, физики, биологии, иностранным языкам. Альбина Шаова, Ливан Задзами, Архыз 24.